Здравствуйте. Меня зовут Китин Кирилл. Я работаю в компании Фрэнзик. Хотел вам, может быть, предложить домашний телефон. Чем вы сами пользуетесь? Ну, во-первых, это я вам позвонила, а не вы сейчас мне. Нет, я вам только сейчас звонил, и вы ко мне вернулись. Что сделали? Я только сейчас звонил на этот номер, и вы ко мне вернулись. Ну, вы, наверное, вы не со мной разговаривали? Нет. Вы позвонили, это компания ЕС, что вы мне можете предложить? Как это компания ЕС? Я работаю в клинике Безека, как это может быть? Это номер телефона компании ЕС. Меня зовут Женя. Я думаю, что мне не актуально ваше предложение. Странно. А что вы по мне когда позвонили? Ну, я не знаю, это не я вам звонила. Стоп, так какой у вас телефон дома стоит? Какой телефон что? Какая компания вы пользуетесь дома, телефонной компанией? Какой? Вы знаете, я сейчас на рабочем месте, этот вопрос не решаю. У меня